Всем привет с Краснодарского края, вы на канале Хадарики. Сегодня я на завтрак приготовил геркулесовую кашку. Оля не хочет завтракать, уже на улице. Настя вот сидит. Привет. Вкусная кашка? Да, я все съела. То, пока я готовил камеру, друзья, она уже все съела. Давай еще добавку. Я наелась. Ну все, идем на улицу. Друзья, еще хочу, пока не забыл, пообщаться с вами. Многие там пишут в комментариях, что как-то видео было, что мы платим за электричество и за газ где-то 3,5, ну, до 4 тысяч. Вот, я вам сейчас все покажу. Ну, там пишут в комментариях, что обманываете, да, не может так выплатить. Вот смотрите, сколько у нас электроприборов. Духовой шкаф. Морозилка, холодильник с морозилкой. Идем дальше. Так, микроволновая печь. Пользуемся электрочайником. Холодильник. По телевизорам. Раз телевизор. Так, идем. У меня в спальне 2 телевизора, 3 телевизора, вот, и у Насти в комнате, я к Насте не буду заходить, она там уроки делает. Так, сплит-система, 1, 2 сплит-система, и 1 сплит-система в летней кухне, вот, видите, там через окошко, вот. Вот столько у нас всяких электроприборов. Ну, это уже не считая миксеры всякие, потом мясорубки, ну, все такое. Вот. Тостер. Все это на электричестве. Сейчас я вам покажу, сколько мы платим за электричество. А там сами уже прибавляй. Просто говоришь людям честно, да, они не верят, что вы обманете. Вот, открываю я сайт Энерго Кубань. Вот смотрите, начинаем с сентября месяца. Итак, смотрите, 1222 за электричество, 1160, 1420, 1150, 1667, 1638, 1419. И в общем вот за эти месяца 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 600 мы заплатили по электричеству. И у нас очень много электроприборов, тем более электрический чайник. Газом мы не пользуемся. Мы любим, чтобы был прозрачный чайничек. Ну вот, и сами посчитайте. Самое большое вот мы заплатили в марте месяце 1400. Но мы еще включали сплит-систему в летней кухне, потому что у нас нету там обогревателя. Но у нас цветы. Приезжали к нам гости, мы включали сплит-систему на тепло. И когда было холодно, мы на ночь включали сплит-систему. Вот. Теперь смотрим, сколько за газ. Смотрите, друзья. Вот у меня такая книжка, я записываю. Вот смотрите за газ. Показания за газ. 2260, так, вот, вот оплата. 1900, 2150, 2164. Тут 409 рублей, 171. Это уже летние месяца. Вот июнь, май, 409. Потом... В июле 73 рубля, август 163, 4 рубля. Так вот идет. И все, здесь уже зима, ноябрь. Вот, в октябре мы 995 рублей за отопление, за газ. Ноябрь 1500. Вот смотрите, вот ноябрь. Ну, самый холодный это январь, да? Вот январь 2000, электричество 1017, 3000. Ладно, тариф там уже у нас чуть поднялся. Ну, другие месяца смотрим. Вот, смотрите. Так, ноябрь 1467 и электричество 1821. Выходит 3280, да. И вот здесь самый большой месяц. Почему он так большой? Так, декабрь 5, это 1900. И, а, я знаю, это мы, наверное, включали электрообогреватель.
в магазин. Да, у нас там сплит-системы не было. Из этого 4600. Вот даже с павильоном. Ну, а так вот смотрите. Вот общая сумма. Так, ну-ка, на другой стороне жилище. Так. И вот здесь вот смотрите. Общая сумма. Это последний. 1590. Это когда мы... Это газ плюс октябрь. Газ 427. Электричество 1160. 1590. Дальше идет 2758. 2900. И вот здесь 4127. Ну, вот 4000. Так, да, здесь мы, значит, 1667. Мы очень много нажгли, да, вот это в летней кухне. 2460. А я там включал эту индукционную плитку. Напиток изготавливал. Так. Ну вот, смотрите, газ 2245. Электричество 1630. 3890. 3420 последний месяц. Ну вот, друзья, ну это без обмана. Ну, я уже не беру там это за... Так. Это у нас еще за... Платим за вывоз мусора, это там 300 рублей. И интернет. Интернет 800 рублей. Ну, это уже это как развлечение. Мы чисто говорим про газ и электричество. Вот, друзья. А кто-то говорит, там 10 тысяч будете платить, 15. Не верьте, они обманывают. Ну, вот, друзья. Давайте сейчас откроем сайт, где газ у меня. Оплата по газу сейчас. Сейчас мы это все закрываем. Так, закрываем. Открываем другой сейчас. Вот здесь. Так. Так, так, так. Где у меня здесь? Плата за газ. Ну, если можешь сказать, вы там написали опять в этой в тетрадке свои. Так, так, сейчас мы посмотрим, что здесь у нас. Так, сейчас в меню зайдем. Расчеты, абонент, справка. Так, что-то здесь. Это новый сейчас, новый. Это и газоснабжение. А, ну вот они, смотрите. Вот. Последний месяц 2022.03. Это 2245. 2400. Это за газ. Ну и плюс прибавьте 1500, ну 4000, 3,5, ну это самый вот это февраль и январь, самый холодный месяц, все, в марте уже 2000, ну плюс 1500 там электричество, ну 3,5, ну не 10, не 15, друзья, мы же честно говорим, что нам обманывать-то, все, пишите свои комментарии, как у вас. А то, говорят, там по 10 тысяч платят, вы обманываете, но если дом-то дырявый, если вы отапливаете улицу, а не дом свой, то ясное дело, вот у меня сейчас отопление выключено. А на ночь мы включаем минимум. А сейчас вот весь день будет пол то остывать. Ну все, друзья, вот так, иду на улицу. Вышел посмотреть свое поле, как оно здесь. Ну ветер сегодня все равно, ну к вечеру обещают, что не будет. Смотрите, Оля тут выбрасывает мои чемоданчики. Колпаки на колеса. Ну, здесь два лопнувших. Кто это она такое творит там? Где это она? Ой, пустые что. Это еще от сына. От электроинструмента. Пойду посмотрю, где она там. Сколько у нас там температура сегодня? Что-то все пилят. 18. Ну, 19 обещаю, все, 18. Вот и хвостик там за мной идет сзади. Сейчас, смотрите, покажу его. Все пилят, точат, стругают. Вот он, смотрите, я иду, и он за мной. Хвостик. Барсик, ты хвостик? Смотрите, дальше идем. Так, ее здесь нету, смотрите, порядок сделала. Идем дальше. Так, швабра валяется. Олечка, ты что здесь творишь? Я тут всего нашла. Все, сегодня четверг, все. Ну, это будет спательно. Хороший. Да, это от сына, это от Лешки же.
Посмотри, он все бросил. Новые эти. Кто сюда выпустил? Ух ты. Новенький. На, держи. Оля, потом. На вот это возьми в руки. Не потом, а сейчас. Это так, вообще. Вот здесь. Смотри, крот у меня в одном этом. Роет и роет, смотри. Ну, а потому что я там хорошую кой. Землю сделал. Надо все мы здесь уберемся. Мы все. Уберемся? Мы. Под именем Оля. Мы уберемся. Вот Оля, это почему, Оля насвинячила. Почему вот это ты когда ветки обрезал, но, почему побросал срач на дело? Я думал, то Оля все уберет. Оля это все свинарник навела здесь. Конечно. Вот Олины трубки валите все. На вот это положи сюда. Валите все на Олю. Конечно. Она все вытерпит. Это новенькая. Это Вася уже не вытерпит. Конечно. С больной спинкой. А Оля все вытерпит. Хватит ныть. Больная спинка. Что там все железо сдадим металлом? Конечно. А что мы, друзья, наберем так мешок металлома, да? Откуда он берется, да? 2-3 тысячи. Да, чуть. Там. Вон так, сын еще лопату еще. Да, мы сделаем. Ой, чемоданов, друзья, у него столько здесь. Вон еще чемоданы, смотрите. Это вот эти сейчас я потом Гале отдам, она тут сюда растишки посадит. Это. Банки, мы Барсик появился, вот он. Спрятался. Слышь? Ой, друзья, этот вообще с чем-то там. Спрятался, Барсик. Ой, смотрите, друзья, вот тут это. Что это? Там? Черви, это в компостную кучу. Друзья, красный. Давай, положи их в баночку. Слышь? Вот, там еще будет много. Ты их я собери. Их выбросила вон в эту землю. Зачем? Вот сюда. Тут чтобы... крот, тут крот. Видите, вот крот лазит копать. И у меня вот новенький саженец винограда тоже. Два раза он копает. Надо купить такие эти специальные газовые таблетки. Так, мы сделаем, я не договорил, сделаем здесь этот. Ой, улитки уже как тут. Пониже, да, сделаем, наверное, такой навесик, да? Конечно. Чтобы больно это не надо. Ну сюда под эту. Уже улитки? Да. Что под эту? Как ее? Ну, этот завести сюда. Оля говорит, блок. Оля говорит, это сделать здесь. Банки. Полочки для банок. Чтобы... Вот сюда сделаешь полки под банки. А здесь не будет навес, навес будет вот к дому. Почему? Летний. А зачем там? Да, а там как я тебе буду ходить? Стекало. Я там еле прохожу. А я-то прохожу, худеть надо, чтобы проходить куда-то. Мы и так стройные. Как кипарисы. Мы. Как кипарисы. Мы. Кирпичи, вот не знаю, куда мы их. Да найдем сейчас все место. Что тут кирпичи, два кирпича. Ладно, Оль, ты давай здесь, а я пойду. Не, собирай, а потом в компостную кучу там под этот. Что там все давишь? Да эти улитки. Надо же им. В том году жара такая была, да, они все попрятались и вон Олег, кому надо деликатес улитки, в ресторане их дают. Ой, блин, никак. Тут что? Что, опять что-то? Что ты находишь? Ух ты, хуй хороший. Выбросить надо, не надо. Зачем еще? Это нужен? Не нужен. Это для гипсокартона. Не нужен это... ничего. Это... Надо покупать то, что сколько. А вот знаешь что? Да. Сколько положено. А вот сколько покупаешь лишнего, да? И оно все валяется, валяется. А сколько чемоданчиков я нашла вот таких всяких. Вот тут клад какой-нибудь найду. Ага. Тут что? Ух ты, какой чемодан. Что-то там есть. Какой хороший чемоданчик для инструмента, да? Ух ты. Вам нужно это все? Ничего себе. Ручки. Вот эти ручки, знаешь, еще откуда? Это... С Урала. С Урала приехали. Смотри, даже закрывашка. А вот это что, нужное вот этой штучке? Да, ими не пользуется. Выбросить тогда все. А что, ручки не а надо? А ручка, он даже с этой открыл, надо его этим, преобразовать. А что, куда мы поставим? А куда-нибудь найдем? На туалет. Ух ты, даже с закрывашками, слышь? Конечно. Вот это. А что мы на туалет вот не сделали, слышь? Отсюда? Да, это вот это все. Почему это? Наверное, как привезли, так и забыли про его. Так, сейчас на солнышко положу. Ну все. Вот потом надо положить что-то. Оля меня выгоняет. Барсик, помогаешь? Тяжело, друзья. Пенопласт ломаю. Чтобы не выбрасывать, я вот так делаю. Чтобы поменьше земли уходило в горшках, на низ положу всегда пенопласт. Барсик мне помогает, да? Кто туда залезет, как в домике? Кто сюда сидит? Да, Барсик? 21 Барсик. 21 Барсик. Да, Барсик? Короче, он хотел домой зайти, а Настя пылесосит. И он боится пылесоса, и убегает.
Надо было этого Бобика включить. Вот сидит, да, у него такой домик хороший, пушистый есть. Зашел в домик и сидит. Нет. Надо, может, на улицу его поставить, может, он будет сидеть там. Там же была другая кошка, он из-за этого дома не сидит. Так я стирала, он как-то там спал некоторое время. Ну все, я пошел сейчас грядку это больше делать. Вот принес доски. Это у нас были здесь много грядок. Мы лишние убрали. Сейчас вот эту сделаю грядку повыше. И Оля земли насыпет и что-нибудь посадит. Наливаю воду в бочку, чтобы всегда тепленько было. Сейчас буду уже двери закрывать. Ну, хоть и с открытыми дверями, но 21 градус, смотрю. Ну, почти 22. Все, сделал я грядку, поднял. Смотрите, как получилось. Теперь засыпем хорошего грунта туда. Здесь, наверное, будет баклажан у нас. А то у нас там было мало грунта, потому что у нас там еще сетка от кротов. Но так нормально. Сейчас налью воду в бочку. И пойдем сажать это, газонную траву. Вроде ветра такого нету. Было у нас вот такое вот ведерочко. Написано 7 кг. Не знаю, сколько здесь. 4-5 литров газонной травы. И смотрите, насколько хватило. Придется завтра ехать и покупать. Даже наполовину не хватило. Вот где темное место. Это полито. Чуть-чуть наполовину не хватило. Вот так вот. Расход-то большой у ней, оказывается. Не помню, за сколько мы покупали, но что-то дорого. Ну все, друзья. На этом видео будем заканчивать. Оля уехала в светофор. Говорит, там апельсины, мандарины. Что-то выкинули, не знаю, что. Ну все, друзья, давайте, до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока.